Ахметова Аделя, Агния Бортов, защиту Деда Мороза. Мой брат, меня он перерос, доводит всех до слез. Он мне сказал, что Дед Мороз совсем не Дед Мороз. Он мне сказал, в него не верь. Но тут сама открылась дверь, и вдруг я вижу, входит дед. Он с бородой в тулуп одет, тулуп до самых пят. Он говорит, а елка где? А дети разве спят? С большим серебряным мешком стоит окутанный снежком в пушистой шапке дед. А старший брат твердит тайком, да это наш сосед. Как ты не видишь? Нос похож, и руки, и спина. Я отвечаю, ну и что ж, а ты на бабушку похож, но ты же не она.